Мы глупые люди. Но что нас будет жить? Подруга ночи. Как оно встать в 6 часов утра, собраться? Никак. Как настроение? Никакого нет. Еще громче! Работа 24 часа. И пробивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса. Теперь можете достать телефоны и вместе с нами попеть и поснимать. Погнали! Друзья, ну что, мы приехали в Акимовку. Вот. Сейчас нахожусь возле ДК. Сейчас будем разлаживаться, да. Дима, ты уже был тут в ДК? И как оно тебе? Как оно встать в 6 часов утра, собраться? Никак. Как настроение? Никакого нет. Дима, бляха, не выспался. Татьяна Тумашина. Да. Как оно с утра встать и в 6 часов там собираться? Здорово. И... Когда здорово. Я ложусь, я мечтаю, когда же будет 6 утра? Бодренько, да? Да, чтобы бодренько встать. В общем, настроение на позитиве, да? С вами, да. Все, мы готовы рвать. Да? Да, Диана, ты готова? Как всегда. Да, как всегда. Заходят звезды в ГАТУ. Татьяна Тамашина, Диана Бартыш. И наша преподаватель. Где-то вас разложила. Все нормально, вы в кадре. Не переживайте. Нет вашей жизни. Татьяна Тамашина. Татьяна Тамашина, ну что, мы готовы рвать? Да. Дима, готовы? Так ты, Диана, готовы? Готова. Нас ничего не остановит. Потому что мы лидер, вы сейчас видите. Ну что, буквально через пару секунд мы начнем. Школьники готовы? Мы все готовы. Поднять вам настроение. Теперь можете достать телефоны и вместе с нами попеть и поснимать. Погнали! Ручки вверх! На микрофон эффекта добавьте. Она любила кровь и обед, и по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красотой колец. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса, меня манили ее глаза. Меня манили ее губы, я ее встретил и замер. Меня манили ее руки, до скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума.
Я сказал, давай сначала! И нас с тобой повез домой двухместный белый велик. И с каждым дублем я в твою игру все больше верил. Пусть меня ворули, но с каждым разом я придумывал еще. Все, кто с нами сегодня здесь, а Тима Калави, Тима Трещок. Давай, Димон. Ты меня называл, фантазер. Давай, давай. Он с тобой не пахнет. Я сказал, да. Потом собрал все нежные слова в красивой фразе. Открыл глаза и понял, что ты плод моих фантазий. Только было поздно, ведь наш союз мне так необходим. Я вернулся снова с утра и всю ночь тусовал один. Давай, давай. Ты меня называла, ты его называла фантазер. Да-да-да. Кому с тобою не пора. Давай-давай. Ты умна. Ты прекрасна, как фея. Ну, а я. Ну, а он. Да я люблю все сильнее. Ну еще буквально пару секунд займу вашего времени. Друзья, я начинающий блогер. Наверное, уже все поняли, да? Меня зовут Сергей Алексеев. Сокращенно я подписан на YouTube-канале Сэр Алекс. Вот, поэтому сегодня мы вам подарили, думаю, хорошее настроение, да? Ой, что-то кисло, да? Или нет? Да! Вот, молодцы, хорошо. И сейчас я хочу заснять всех вас и в новом выпуске. Вы будете на канале. Акимов Карулит! Так, давай мне телефончик, Диана. Итак, все. Передает всем привет! Еще громче! Друзья, вот так нас встречает Акимовка. Большое спасибо за теплый прием! Она любила жить без проблем. Меня манила красотой колен. Работа 24 часа. И добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее губы. Я ее встретил и замер. Меня манили ее. Ну что, дорогие друзья, у нас сейчас будет оригинальный жанр битбокс. Да, Олег Кинзов, отличный артист, стоял здесь и демонстрировал вам битбокс. Вы знаете, что такое битбокс? Да! Да, и что же, скажи? Не знаю. Не знаю. Кто знает, что такое битбокс? Поднимите руку. Кто, скажи, пожалуйста, девочка, вот я тебя вижу. Скажи. А? Музыка ртом, да? Итак, слушайте. Да, вот. То
Знаете, это музыка о том. Итак, ну что, у нас есть для вас очень праздничный, такой, как бы праздничный номер, который мы хотели бы вам показать. Поэтому подходите ближе, не стесняйтесь. И давайте все вместе все с нами. Ближе к нам! Мы хотим, чтобы вы с нами вместе подпевали все песни, которые мы будем петь. Итак, начинаем. Не подскажет мне твое имя.
Василюка передает всем-всем привет!